Всем привет, друзья мои хорошие. Продолжаем играть Anomaly Exit. Попыточка номер два. Здравствуйте. Привет, привет. Ты катаешься. Я полетел. Алекс тоже катается. Все, а я пошел. Все катаются. Пошли искать аномалии. Начинаем. Наконец-то Exit. Exit. Так, сколько станций? Так и не выяснили вы? Пока не выйдешь, пока не выйдешь. Все твое. Так что нормально. Отлично. Ты помнишь? О, я на станции. О, отлично. Погнали. Так, это же нулевая, да? А, да. Может быть, обновим что-то в памяти? Я как-то... Ну, давайте. Нет. Травелло. Давайте я хотя бы одним глазком. Так вот, очередность плакатиков. Мне ребята писали в комментариях, что там где меняется. Ну, может меняться, по крайней мере. Ну, визуально любимый. Пока все нормально. Ой, ребята, все так это же нулевая, запомните. О. Да, мне, кстати, запомни. Тоже как-то она зашла. Еще с мусорками там какая-то может быть фишка. Что здесь? Так... Послушайте, кстати, какая... А, сказали, мелодия внизу может меняться. Послушай, посмотрите. Такая запомнить, давайте, да. Как в лифте? Да, она, по-моему, как в лифте такая же. Ну, как просто мелодия. Именно. Подъезд, дом. Это не то. Нет. Ты не там... А хотя... А что, там просто гудок. О. Как в лифте, видишь, музыка из лифта, да, слышим. А что, у меня звуков игры нету? Блин. О, ну это Габелла. Поэтому у меня и рот, наверное, открыт. А, кстати, вот это, видишь, желтая, а была красная. Вот эта труба сверху, она была красного цвета. Видишь? Помните? По-моему, на видосах она была красная. Вот сейчас проверим, кстати. Сейчас все проверим. Тут нету труб, тут нормально. Все, я побежал на выход. Так, подожди, там Алекс разбирается со звуком, пока я тут все еще побегаю, позапоминаю. Тут вот эта штука. Подожди, тут звуков есть? Нет? Там звуков нет. Так. Тут просто этот гудочек. Все, я жду вас в вагончике. А ну покажи, Алекс, покажи рот. А, или мы уже приехали? А, мы только приехали. Добро пожаловать в станцию номер один. Оксфорд. Стейшн. Оксфорд Стейшн. Так, желтая, тихо, слушай. Не надо. Извините, случайно. Нет, вот вы зря. Кстати, вот сейчас, что, музыка идет? О, да, нормально. Да, не, давайте так, когда что, ничего вообще не находим, тогда уже юзаем телефон. А что его вначале? Вот музыка сейчас будет отвлекать. Вот это вот, да, да, поначалу сейчас, знаешь, сколько будет габелочи разных. Тут, а вот эта штука разве была вот так сдвинута? Молчок. Покажи, какая. Мне казалось, что надпись не доходила до края. Так, не, сейчас все будет, сейчас что-то будет. Слушай, первый раз уже ему казаться. О, у чувака глаза... Орёт кто-то, да. Глаза у чувака. Метим. Один, слушайте, мне написали, что один может типа помечать, и он, кто пометил, должен нажать кнопку. Ну, то есть такая тема. А остальные останутся на станции? Не, мы уедем. Остальные помрут. А там все музыка играет. Давайте, я первый нажму. Самый главный. Ну, конечно, ты осознала. А я не запомнила Square 34 State. Ну, теперь запомнила. Там могут еще циферки стан... Леш, у тебя что-то куда-то уехала челюсть. Алекс, посмотри на него. Все нормально. Нормально. Так, Оксфорд. Так, приехали мы. Снова наша любимая станция. Давай. Тут желтая труба. Это не крутится. Покажу. Но она точно была красная, я тебе говорю. Ну, здесь с коробкой все окей. Осторожные под ноги, смотрите. Ты не двигаешься, ладно. Нет, не двигается. Так, девчонка, бургер. Я музыку послушаю. Ящик. Так, надо сделать громче. Алло. Алло. Это было. Так, толчок. Не-а. Свободен. Так, или здесь... кто-то очень тихий. Все хорошо с автоматом. А тут вы звонили, проверяли? Начинается уже. Даша звонила. Я внизу не звонила. Ну, пойдемте, да, ну сейчас можно. Свет хорошо. Моргает. Надо смотреть, что-то может меняться. Так, табло вот это. Слушайте, вот это табло, оно так, тоже... Так, ребят, Нахбургер же в другой стороне был, по-моему, нет? Алименты с одной, Нахбургер с другой. А ну идите сюда. Нажал. Даша, люди с вот... хорошей памятью. Я... А ну идите. Сейчас. Нахбургер? Вот ты сейчас нагонишь интриги, потому что я... По-моему, Нахбургер. Казалось, хорошо. Ну теперь... Ты меня вот вообще сейчас засмущала. Может, и правда он был... А вы вообще где? Я вас не вижу. Да сейчас бегим. Мне кажется, что Нахбургер был здесь, а алименты слева. Точно, Даша. Да, 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 абсолютно верно. Да, говоришь, и мне сейчас точно. Я тоже помечу. Ой, головы. Ой, Даша, ты немножко все-таки голова говяжья, как ни крути. Вот немножко есть. А что это я говяжья? Вот тут голова говяжья, вот смотри. Вот тут голова говяжья. Я не голова говяжья, я нормальная. Она так, все поставили? Нахбургер.
Нахбургеры она поставили? Послала нас за нахбургерами. Неправильно? А, видишь, Даша. Какого хрена? Как? Всё, подождите. Вот тебе, вот так вот. Вот так. Подождите. Пойду-ка я метку свою снимать. А, я умерла. Моя метка неправильная, и я умерла. Все, я поняла логику. Ну да. Так. Логично. Вот тебе и наш. Подождите, но он не здесь был. Я снял. Алименты не здесь. Слушай, а может надо было на элементы тыкать? На элементы ставить? Алекс, давай на тебе проверим. Хочешь на мне? На элементы на мне не надо проверять. Это, да. Так поставьте кто-нибудь из вас на элементы. Мы проверим еще раз. Послушайте внизу музыку, кстати. Подожди, если элементы поменялись с нахбургерами местами, какая разница, какой плакат тыкать? Вы о чем? Ну, может быть, тут суть именно в элементы. Да? Хорошо, я тыкаю на элементы. Давай. Иду проверять. Брат, Алекс, ты послушайте внизу. Хорошо, хорошо. Послушайте еще внизу. За телефоном. Так, смотри, когда свет моргает, тоже присматривайся. Мало ли что там. Не крутятся девятки. Девятки не крутятся. Я даже послушайте музыку. Ловушка не мутится. Такая же была. Чик-чик-чик-чик, да? Ну, что тут чик-чик? Будем считать, что чик-чик. Кто поставил нахбургер, Олеж, так, ты поставил? Я поставил на элементы. Ну давай, вот, прощай, ты. Брат. Все. Неправильно. Пока. Да, конечно. Алекс, попробуй с музыкой. Все, иди с музыкой. Что, подозвать, попеть, что попробовать с музыкой? Попробуй, ты нажми предложение. Танцуй, Алекс, танцуй. Мне кажется, музыка немножко другая была. Ой-ой. Отлично. Полноваться. Проверь музыку. Ой, мне страшно. Так, я проверяю. Ну, музыка играет отлично. Музыка нормальная, хорошая музыка. Такая же, да? Иди посмотри торговый автомат. Помигивает что-то. Или девчонку, бабушку, девушку. Смотрите, отличная девчонка. Мне нравится. Бабушка. Бодрая. Бабушка нравится? Коровочка. Хорош. Вон, свет моргает, смотри, осторожно. Таблички. Что, осторожно, блядь, что ты пугаешь-то, блядь? Так, таблички проверь. Там никто не сидит, мусор отличный, табличка не сужается, ровно посередине. А табло, которое слева, там, внизу спускаешься, табло, справа? Слева, справа, внизу. Алекс, да, просто дёрганый очень, я просто не успеваю. Да, Алекс, очень дёрганый. Это не та табличка, где приходы, отлеты, приезды, ты не тут, смотри. Да, он сейчас спустится туда. Все, я спустился куда? Веди меня. Направо, наверх. Вот, это желтенькая, вот это желтая. А, вот это вот именно. Проверь, меняется она или нет? В смысле, мне за минутами сидеть управление или что? Хорошо, я пошел. Но если ты ничего не видишь, значит наверх. Ладно. Послушай телефон наверху. Точно. И каждую дверь. Ну я, по-моему, слушала. Так, давай. Алло, я. Не, хайдук не сработал. Блять, я только обрадовался. Алекс, подойди там, где метро, вот эти значочки. Вот справа, справа тут. Там, где тикеты покупаются. Да, да, там рожа была, как я помню. Ну, тут может, тут что-то? Это засада, ребята. Ну, это вторая станция сраная. Может, легче заново начать? Девочка, девочка. Так мы сейчас, скорее всего, начнем. Так, давай выходи. Послушай еще за... Травелана. Так, я не знаю, блин. Стоп, по-моему, перестали. Не так стояли, не так. Местами они поменяны? По-моему, да. Да, ты с нахбургером так же говоришь. Подожди, оно сейчас поменяется при свете. Должно моргнуть и поменяться. Ну, наверное, да. Нет. По-моему, Фрер, то желтый был с той стороны. Мы один раз уже поверили тебе с плакатами. С бургерами информация. Так, ну, кстати, мне кажется, что вот сейчас да. Но мне и с бургерами так казалось после слов Даши. Она вообще умеет уговаривать. Я этот. Мне кажется, что. Поехали, все, начнем заново, если что. Нормально, не, может быть и так. Все возможно. У нас уже такая паранойя. Игра для параноиков. Сейчас один Алекс уедет. Это лучше, чем на алименты ставить. Ну хорошо, давай проверим. Да. Все, я погнал. Да? Опа. Правильно? Да! Да! Ну, да, красавчик, действительно! Красавчик, да. Себе. Молодец! А я смотри, говорил, смотреть на автоматы надо. Все. Да, да. Нахбургер. Так, подождите. Да. Получается, алименты прямо, а нахбургер слева? Да, да, вот сейчас как было, это а мы еще мертвые, Алекс один сейчас будет. Да, Алекс, ты сейчас один будешь. Мысли, опять! Я же нормально, да, только не дергай так сильно, это очень резко, да. Так, а если меня сейчас загабелит кто-то? Все, ты, да, жопа. Так, аккуратно только иди. Выходи. По-моему, корова, проверь корову. На цыпочках. А, нет. А ты не проверил там трубки, шмупки? В этот раз я музыку сразу включу, а вдруг сразу... Сейчас, потанцевать на дорожку. Так. Та же. Та же. Нормально. Так, девятки не крутятся? Проверь. Табло отличное. Справа, справа вот эти... Не, не крутятся, я смотрю, нормально. Так, не сужается эксит? Постой просто. Пока нет. Бля, я боюсь, у, кстати, пол, что там должно быть на полу? Смотрите на пол. Ты ж смотришь туда, куда мы. Я могу рухнуть. Ну вы орите, если что, куда попер? Потому что я могу... Так, послушай звук. Телефон послушай. Олег, не нормально. Туалет послушай. Не ранит.
Олег, нет, Олег, что сказать? Стоп, стоп, куда пошел? Подожди, назад вернись. Проверь вот эти рожи. Я отсюда вижу, там нет рожи. А может, тут какая-то новая будет рожа? Блин, у меня голова кружится так. Алекс так резко делает, это пипец. О, вот видишь, говоришь, что сода в другой. Да, в уголок переставил. Да, сода слева. Я надеюсь, он уходи, уходи, куда ты идешь? Блядь, ну что ж ты, сколько? Не успел среагировать, ну как? Беги куда-нибудь. А куда уже бежать? Добегались, первая станция, блядь. Ладно, так, давайте не умирать вдвоем. Ну, извините. Так, поехали. Погнали. А, станция 1. Так, давайте внимательно. Очень. И аккуратно. Блин. Так, что коровка? Коровка-поровка. Давай. Если что, кричи. Так, тут что-то... Нормально. Тут свет теперь блымкает. Хотя он везде трубка блымкает. Труба красная наверху. Вот, помечаем. Помечаем. Я же говорил вам, что труба, блин. Труба была красная. Так, заходите. Все, поехали, Алекс, догоняй. Давай. Блин, она у меня всегда была красная, прикиньте. Нет, она была желтая, оказывается. Интеллектуальная битва продолжается. Так, идем. Коровка не плачет. О, сразу даже чуть-чуть. Да, может даже подъехать. Коровка не плачет. Крубайте. Так, знаки не крутятся. Табло отличное. Труба желтая. Слушай, а девочка это следит за тобой? Это нормально или так должно быть? Ну, если она следит за тобой. А что это? Ну, вроде понравился? Да. Кстати, да, эффект такой есть, но нет, наверное, всегда так было. Она и за мной следит, так что... Так, а в ванной там нормально все. Табличка не здесь! Табличка какая? Назад, возвращайтесь ко мне. Где я, чего? Какая табличка? А идите сюда. Глянуть? А идите сюда. Да, а? Точно, точно, точно. Она же была на подъеме прям. Прям на подъеме. Точно, да, да, да. Я поставила. Мне тоже. Ай, голова. Давайте, жмякайте. Алекс же ждет. Че ты мэкаешь, че ты мэкаешь, нормально. Отличный диалог. Взрослые люди. А сколько тут всего реально аномалий? Не знаю, 1500. Отлично. Сейчас. Так, коровка вроде нормальная. Девочка, следи за всеми. Коровка сидит на лугу. Му-му-му-му-му-му-му. Я аккуратненько пошел сразу наверх. Что-то зачем-то. Хорошо, я мусор проверю. Litter stops. Телефон молчок. Под ноги смотрите. Да, обязательно. Так. Томаты. Ой! Ой, ребята, туда было. Бля, там плакат! Сука, там плакат с черепами. Страшный плакат. Все, Олег, там поставил крестик. Я в доме. Да, я нажму сейчас, не нажимайте. Давай. О, слушайте, вас уже видно стало. Ой, да пофиксили что-то, походу, да? Что-то явно пофиксили. Обнов. Хотя я тоже, да. А что это за глаза были, вы видели? Точно. Там что-то глаза, по-моему, были. Наверное, хорошо, что не видели. Не, ну мы бодренько идем, нормально. В принципе, да, продвигаемся неплохо. Ага, ладно. Так? Это ты на Алекса или на кого? Нет, я увернулся. У меня маленькая плевательница, я в плевалку. Допустим. Так, аккуратно. Так, нажимай музыку. Ой. Ну я что-то это, да, давай. Давай я первый скажу. Давай. Музыка другая! Опа, наконец-то! А ну-ка, послушайте. Давай. Всегда хотел услышать другую. Это же другая. Да. Прям вальс какой-то. Там не, это было точно. Это ча-ча-ча скорее. Нажимай, кто первый поставил, тот нажимай. И что, вы все поставили? Да. Подождите, а может я случайно... Там два маркера видно, третий. О. А, я случайно убрал, я нажала туда. Все, все. Правильно? Угу. О, вот и музычка подъехала. Хорош. А мы раньше музыку даже не проверяли, хоть подсказали. Спасибо. А мы, так, мы же не думали, знали, подсказка да. Какая-то будет, ждали там я что-то. Я тоже думала, что подсказка будет или еще что-то. О, пятая станция. Станция номер 5. А выходите, пожалуйста. Не забывайте вещи. Не забывайте. Я так понимаю, что она не будет повторяться. Не должно, по идее. Нажимаете? Ой.
Ты думаешь, повторится? Мало ли, другая какая-то. Так, ну нормально. Под ноги смотрите. Бабушка хороша. Табло висит где надо. Я проверю сужение. Албейн тоже тут. Что за шихи-пыхи? Стионально все как... Мы все проедем сегодня. Явно тут никто в туалете нет. Не пыжится? А. Здесь... Не пыжится, не тужится. Я вообще звуков не слышу. Возле той двери проверьте. Так, ну Нахбургер же теперь третий, алло. Он же был с элементами. Ну вот когда... Ну да. Блин, ну не знаю. Так, ну давайте теперь я дерну рычаг вдруг все-таки. Давай, ты идешь передергивать, а мы проверяем, что будет. Да нет. Прекрасно. Слушайте, нормально, что я слышу четвертый стук, четвертые шаги? Да. Угу. Абсолютно нормально. Кто с нами еще бегает? Давай, Алекс, ты первый. Ты точно кликнул, да? Да, вроде да. Да, нах. Нах пох. То есть перед носом Нахбургер не должен быть? Нет. Все, запомни. Он сбоку всегда. Я помню, что самое правое это зеленое, вот точно да, помню. Да, зеленка с лесом каким-то. И бабеха самая левая. Отлично. Оксфорд Сквер. Оксфорд Сквер. Сквер? Сквертослов. Отлично. Давай ты сразу наверх бегай. Давай. Тогда музыку иди послушай. Да, на второй раз. Ну, послушай. Аккуратно не упадите. А, то есть Олега посылаем первого. Ну, давай. Да. Давай, я пойду. Что-то такой чинаюсь. Я ж не боюсь, я ж самый смелый тут. Голос? Что это был за звук? А вообще, что за аномалия с телефоном? Мы же ни разу ее, да, там паук... А у человека, травела человек! Блин, что это было? Я назад. Отрах ты, Галимы, чтоб ты с сыром срался. Травела человек, травела? А у меня нет он никого. Вылез оттуда, он вылез с плаката, так стоял, красный, здоровый такой человек. Дрянь такая! Я только звук услышал, человек травела. А где вы? Я... Дожимай, Алекс догонит. Подтолкнешь. Нормально, едем. Ах ты дрянь такая! Так, ребята, не расслабляемся. Не, хорошо, уже как-то поехать. Лучше. Определенно сплюнь. Есть прогресс. Да не буду я плевать, не буду. А вот ты тогда сплюнул, ну, ты нормально. Материца полная, что ли, уже? Она маленькая. Как в мультике про Аладдина, помнишь, он плевал туда? Это не он плевал, а обезьянка, Абу. Так он что, хуже обезьянки, что ли? Так. Девятки не вертятся. А звонить? Ты звони. Вы хотите, чтобы я опять первый? Давай, мне аж не привыкать. Сейчас я быстро, смотри, я тут, сюда, туда. Слушайте, по-моему, опять Чичича нету никого. Блядь. Свет погас, и я пошел. Там какая-то хуйня. Я уже внутри. Кто-то бежит за мной и кричит. Вот и слышу. А вы пометили его? Нет. Помечай. Как? Я же не видел даже его. А ты все? А вы зашли? А я в вагоне. Я, давай поедем, а. Олег, ты здесь? Да, я тут, да. Я могу ехать. Давай. Подожди, кто-то не зашел. А, все зашли. Все. То есть, боже. Получается, этих призраков не надо помечать? Ну, а ты его никак не пометишь, он же двигается. Ну, прям такой, да, конкретный. Главное, выжить. Станция номер 8. Время выходить. Да вот мы и выходим. Станция номер 8. Привет, женщина. Пока. Так, пойду послушаю музыку. Давай, я первый. Под ноги смотрите. Смотрю. Я то и делаю, что смотрю. Так, что? О, Нахбургер меняет? Справа, ребята. Нахбургер с самой правой стороны. А, вообще Мисты. Справа? Угу, идите, пометьте. Да что, так бывает? Да. Сейчас я иду посмотрю. Там, где... Двойное перемещение. Да, увидишь, самый правый, где зеленка. Куда он ползет вообще, я не знаю. Я не пытаюсь сбежать. Да. Я первый нажму, проверим, что будет. Меня хочешь бросить, да? Ну ладно. А вдруг надо помечать туда, куда переместилась? Спасибо. А можно я зайду? Спасибо. Так вы успеваете. Я знаю, что вы успеете. А сесть можно сюда? Можно только так покрутиться. Мне нравится крутиться. Девятая станция. Мы, помню, ни разу не доезжали до девятой.
Нет. Да. Мне кажется, мы дальше были, или? Да нет, ты что? Нет, дальше девятой не были. Да? Я уж не помню. Пока она... Девяточки. Так. Девяточки не крутятся. Табло, коридорчики. Падлы. Пока отлично. Так, туалетик, телефончик. Я сразу сюда слушать. Тихо. Пока музыка нормально, даже. Пока спокуха. Бля, какая-то херня убила меня! Кухни нет уже, все. Хоть возьму гамбургеров там, чел. Ты живой? Да, все. Так я... забегай быстрее. Валите, валите, да. А я сбегаю с лабиринта. Все. Говняшка какая-то. Это жопка, да. Ну, сейчас надо очень аккуратно, Алекс. У да, Олега сейчас не будет, Олег, поэтому у нас с тобой одна попытка, чтобы вдвоем не сдохнуть. Ну, вдвоем, да. Надо, кстати, идите вот поочередно. Пойдет. Идите поочередно. Да. Так, я нижней частью сейчас займусь. Все, я потихоньку вперед. Наверх. Давай. Так, тут девочка. Все нормально, музыку послушай. Так. Мусорники проверяй. Ой, кстати, мусорник стоит, по-моему, в углу стоял. Не-не, нет? Он так и стоял. Все, что-то да. Я уже даже нигде все. Мусорник проверил, блядь. Так, сейчас. Коровка. А что все дрожит? А, нормально? Не едет? Нет. Ой. Блин, пока все отлично. На фотке надо еще боком поглядывать. Просто идти и боковым зрением. Так. Там человек! Там кто-то стоит! Да. Там вот кто-то стоит на белой херне. Пометь, убегай. Все, в памяти. То ли манекен, да, то ли там херня какая-то. Я сначала звук какой-то услышал, мне показалось странно немножко, не? Фу, а там так, давай вниз. Человек. Звук странный от человека, а человек манекен. Так, залет... За... Да чтоб тебя! Так, я нажимаю. Дурацкий вагон. Давай. Если что, я... Да, коллегу. Давай. Не, там точно аномалия была. В смысле, если что, я коллегу. Нормально? Там все точно шучу. Была аномалия. Да-да-да. Отлично. Ты к нам возвращаешься. Да, я знаю. Слушай, так они два дали, один мне. Одно возрождение. В смысле? Ну, обычно же две нет, станции. Нет, одну станцию. Нет, ну ты типа скипаешь одну. Так, 11-я. Интересно, сколько их тут? 100, 200? Ну... 300. Не надо 100, 200, 300, 400. Девятки не крутятся. Я послушаю, мусорки проверю. Девятки не крутятся. Так, давай я зайду. Алекс, стой тут. Да. Если что, будешь бежать сразу. Ага. Я проверю быстро. Я могу. Ты только кричи. Да, обязательно. Так, ну телефончик. Так, тут все в порядке. Боковые фотки в порядке. Мигает, так что-то. Шум не слышно. Потеков нет. Ой, девочка без рюкзака. Впервые такое вижу. Ха, прикиньте. Да. И такая еще стоит какой-то. Да-да-да, да, точно. Назад, значит, блин, как выйдет. Как-то мутненько она стоит. Как вот это вот из звонка. Да, из телевизора выползала. Такая же. Слушайте, ну тут, наверное, штук 20-25 этих аномалий. Да больше. Мы еще каравку эту плачущую не видели. Мы еще не видели. Ям не было. Ям не было, помните, боковым зрением, когда изменялись картинки? Не было, да. То есть три еще будет. И Таяночка менялась. А, да-да-да. И потеков не было, и узкой этой таблички. Да-да-да. Открытых дверей. Еще не было. В общем, нам еще не было. Какающих мальчиков. Какающих мальчиков не было? Да. Оксфорд Сквер. И девятки не крутят. А, может, не факт, что они все должны. Может, тут не все должны быть анимацией. Эти аномалии. Ну, хотя да. Опять же. Но будет по максимуму. Подозрительно моргает. Так, девочка так, с рюкзаком. Мужики. Девочка с рюкзаком, мужики. Так, ну... Не двигается. Тут нормально. Блин. Тут и пугает. Может быть, это наша станция. Тут все нормально. Какая, кто запомнил... Так, стоять, ну Нахбургер опять сбегает направо. Я не понял, блядь, куда он ползает. Он раз осатанился. Да, уже третий раз он ползет. Да, там же должно быть зеленое, точно. Слушайте, а как это так может быть, что оно прям повторяется? Не, ну они, может, другие еще местами меняются. Не, Нахбургер направо еще не ходил ни разу, по-моему. Именно было, сам направо. Было, ты же еще говорил зеленкой. Разве? Он должен быть на втором, был на третьем, на четвертом и опять на четвертом месте. Вот уже третий раз. А чего это они повторяются, интересно?
Ну там, может, другие в этом момент тоже переставляются как-то, поэтому это новая аномалия. Так, не, подожди, ладно. Я имею в виду, что... Получается, у нас могут повториться все предыдущие, что ли? Ну... То это реально бесконечный поиск с аномалиями. Ну, давайте так, дойдем до 50-го левела. Да? Как это оптимистично до 50-го. Слушай, я 13-й это радуюсь. Как бы она ни стала, да. Алекс, молчи. Не каркай, сплюнь. Будь добр. Мы тут наплюем нормально тогда. Все сплю. Давай сделаем нарезку всех сплёв, которые говорит Даша. Все сплюнь. Да оп, иди-ка вперёд. Все сплюни. Тут как-то подозрительно ты меня вперед посылаешь. Это пойду. Так, тут нормально. А тут что у нас? Тут ничего. Блин, точно нам. Ты кашляешь, ты пукаешь, кашляешь. Да, да, блин, я думал, это за дверью. Я офигеть. Пукал? Такой пух-хук. Пух-хук какой-то, да. Да я внимательно все изучаю. Пух-хук. Да, тут все то же самое. Пух-хамук. Тихо. А не. Мусорка. Smile like a clown. Dental. Так, это желтая, хорошо. Коровка, коровка. Бабушка, бабушка. Камера. Зятка, зятка. Интересно. Здесь все тоже. Так, смотри, девятки есть. Желтая труба есть. Телефон нормальный. Табличка коровка нормальная, ездит. Табличка на своем месте вроде как. То есть ничего криминального. Это по этому этажу. Здесь ЛБНСР. Тут нормально. Травелла. Музыка. Эй! Ничего. Почему все так хорошо выглядит? Пош номер 7. А Пош был не номер 5? Номер 7. Да? Всегда, да, 7. Ну ладно. Fresh produce. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я 13-я станция. Алекс, ты накарка. Вот говорила, сплю. Нет, нет, не сплёвывал, сплёвывал, Даш. Я не слышала. И всё. Толку только. Я не слышала. Purchase tickets, purchase tickets. Я двери слушаю, вроде бы все в порядке. Хотите, я выйду? Чисто проверим. Зачем? Подожди, не надо. А ты все-таки думаешь, что так на бывает? Бургер. Что без аномалии? Нет, да нет. Нет. Я думаю, нет. У меня подозрение на... Ну-ка. Ну это точно Porsche 07, не 09. Да 7, всегда 7. Street level. Я не думаю, что здесь есть выходы. Да я вообще не думаю, что какие-то... Не, почему? Одна станция нормальная, это выход. Но когда она будет, так никто не знает. Знаем. А, такие тут ты хочешь сказать, что есть какая-то нормальная? Да, есть одна нормальная станция, конечно. И все, вышел и все, да? Да. То есть игра никогда не кончится. Потому что мы же никогда... Ох, блин. Ну давайте слушать. Тут ничего. Коровка. Тут нормально, тут нормально. Oxford Markets, Saturday and Sunday. Бабушка. Тут нормально. Я уже по табличкам хожу, смотрю. 07. Customer assistant. Push me. Satisfaction. Тут нормально. Я не вижу. Вот сейчас ничего не вижу. Вообще ничего. Абсолютно. Вот и я не вижу. Но у меня только на вот эту почему-то Porsche 07. Ну, не факт. Oxford Square Street. Я выйду, если я умру, значит, точно что-то пропустили. Ну, попробуй. Давай. Предположим, что это чистая станция. Алекс, я вышел! Я на улице! Он вышел! Я вышел! Я вышел! Конец! Я вышел! Уйти! Бегу. Все, так. Ты что, нас патрулил? Нет? Кстати. Да ладно, улица! Ну тебе что, вы меня оба патрулили? Ладно, выхожу тоже. Да ладно! Все победили! Ай, свежий воздух, господи! Вот это метро! Да ладно!
Вот еще так. Музыка какая-то, как в анимешках. Ничего вот себе. Такие вот дела. Мне понравилось. Вы хотите еще или заканчиваем на этом? Да я не знаю. А что еще? Еще хочешь побегать, поискать аномалии? Но мы ж типа не все видели. Ну как хотите. Ой, опять. Я вспомнил, я тут телефон забыл, ребят. Что? Да? А, запоминайте. Запоминайте, поменялось. Да ладно. Сода теперь ах справа. Надо запомнить бургер, он любит ползать. Нах бургер с элементами также. Вот, смотрите, теперь пожарка такая узкая. Ай-яй-яй. Так, девочка, бургер, кофе. Да. Девочка, бургер. Сода справа. Парабон. Парабон денталь. Ну, а ладно. Телефоны? Музыку послушайте. Иду, иду. А, обязательно. Желтая труба, она как была есть. Да. Порш номер 7. Ну, запах это. Да, такие 7. Ну, это стандарт. Да, та же самая. Запомнили? Значит, ну, фаер этот узкий. И сода справа желтая. Да. Походу, это единственное, что поменялось. Ну да. Ну что, надо запомнить. Блин. Вот это интересно, что есть какая-то вариация. Готовы запомнить эту станцию и уехать. Сейчас, давайте, о? Спидран. Да. Все, не дай бог, кто-то ошибется. Давайте, кто ошибется, 1000 баксов, короче, дает друг другу. Чего? Так я остаюсь на этом. Ладно, две, хорошо. А раньше мы играли на ящик пива, понимаешь, как возросли ставки? Да. Вот так. Так то же самое. Так, идем чекать наверху. Да. Аккуратно, давайте. Очень под ноги осторожно. Смотрите. Тишина, рюкзачок, автомат. Музыка играет. Какая? Да. По-моему, из-за... Послушайте. Похоронная. Иногда, по-моему, какая-то музыка играет. А, вот эта херня, нет, извините, ошибся. А, да, поменялось. Да. Хотя, когда ну, подходишь, ты... там играет какая-то такая... Так, может быть, это снизу отражается, ну, типа... Кто? Слушай. Алекс ко мне подошел спереди. Я не про Алекса, я говорю про вот эту вот. Вот про вот эту вот. Так, поехали. Хотелось бы каких-то новых аномалий увидеть. Ну да, вот же написано. Exit station when no anomaly. То есть уходить надо, когда нет аномалии. Но с этой игрой встать... О-о-о, параноикам легко. Тебя, по-моему, я черные тяжки. Я ничего не боюсь. Давайте дадим такое указание в космос. Я ничего не боюсь. Я все пройду. Так поможет прям? Да, работает. Не знаю. Проверим сейчас. Я так, ничего не боюсь. Труба вообще. Желтая. Все первый же монстр я... А телефон кто проверять будет? Я. Молодец. Так, албан тут ничего. Нормально. Девчоночка. Бабушки, девочки. Зубки, коровки. Узкая тут нормально, все хорошо. Так. А, переставили вижу, же оранжевый. Вижу, вижу, ну, сода, да. Ну, она да, сначала... Говяжьи. А, сода? Да, ладно. Сода, ну. А я думал, сначала ну, девочка лишь. Ест бургер или пьет кофе. Я не знаю, что делать девочка. Я бы не отказалась сейчас от бургера. Ставьте лайк, кто не отказался сейчас от бургера. А какой ваш любимый бургер, а ну-ка? Ой, господи, а где, какой? Из Макдональдс, ну Макдональдс, давайте по классике. Не знаю, я люблю с куриной. Дабл, Биг Мак. Все нормально. Ну, а Криспи Чикен. Вот кривой. Да он острый. Да ну нормально, он вкусный же. Да, ну, вредно, короче, ну, вы не шарите. Да, конечно. Погнали. А мне нравится филе-о-фиш. О, не, вот это как раз единственное, что я, наверное, не закажу. Ну, что, на рыбу в Макдональдсе. Ну, душные. Опять душные, нормально. Креветки еще, ладно, еще там были, а вот это... Ой-ой, гали балованные. Если человеку не нравится, значит, все, он душный. Ну, понимаешь, ну это же креветки. О, мужик. Креветки классные. Блядь, да реально, мужик. Блять, это который вылез на тебя, который да? вылез, да. Ты видишь, эти мужики, они такие. Пидступ, да, не вылазят, ужас. Когда не надо. Я нажму на мужика, можно? Пожалуйста. На меня не надо звать. Алекс, ты хоть выходил из автобуса? Так я за тобой прям был, он меня так же напугал. Я перепутал, я с Дашей перепутал, значит. Слышь, ты смельчак. Все нормально, что ты проглотишь? Посмотрим в следующий раз в фазмофобии, как будет призраков искать. Да, конечно. Видите, какие они противные? Очень противные. А Лили же разминается, да? Ну ладно. Лили же разминается. Так, включаем. Так, давай. Что ты попшикал?
меняется табличка. Вот и Митчу показалось, да. Что... Да, ух вот. Ты! Там башка клоун какой-то страшный. Все, я пошла отсюда. О, бабуля. Почему бабуля? Ты думаешь, это ее обратная сторона, альтер-эго? Ну, не знаю, какая-то сторона бабули, но, но она пока виновата. Парфюм номер 7. Да что ж парфюм? Ой, у тебя, конечно, выражение лица. А повернись ко мне. Подними голову. Супер. Супер. Просто... Оцени мое дыхание. Нормально? Не, не очень хочется. Oxford Square. То есть, получается, они могут таки повторяться. Хорошо. Ну, видимо, да. Девяточки крутятся. Девяточки крутятся. Кто последний, тот мальтип? Нажимай, нажимай. Ой, блин, я на тебя поставил. Нет, блин. Я тоже сгоряча. Даша! Нет, Даша нам назвала жопа. Правильно. А может, нет? Нет. Мы на Даше, мы на спине тебе маркеры нарисовали. Метки. Да это взрослые, довольные люди, да? Так кто из вас мультиполишь? Ты мультипум? Нет, я первый забежал. Да, да. Нет, Алекс был. Я вообще не выходил. А, да, та, 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 та. О, как осмелела сразу, смотри, все знает, какая умная сразу, не боится, не плачет. Я с тобой не разговариваю. Чего? Что Алекс, передай ему, пожалуйста, что я с ним не разговариваю. Все, будем через Алекса общаться. Да. Да-да, как в Простоквашино. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Такого в Простоквашино не было, меня какое-то говно убило. В смысле? Где убили? А ты живой? В коридорчике, где вот эти вертушечки. Олеж, ну беги давай! Убегайте оттуда, да. Я внутри. Ты зашел? Да. А, ты мальтипу такие. Кто тебя убил еще раз? Не знаю, что-то большое такое, голое и неприятное. Я не... Большое, откуда оно взялось? Голое из картины или? И неприятное. Да, откуда нет, оно взялось? Я к банкоматам к этим подошел, который завернулся. А-а-а, ну все. Из экси-то кто-то, видать, выскочил. Просто он хотел твой билетик забрать. Oxford Square. Ага, забрал. Oxford Square. Ну, смотри, ты сейчас с наших глаз должен смотреть. Ну, смотрю, конечно. А я тогда теперь на расслабоне чисто, на чили. Смотри, с моих глаз будет самый кайф смотреть. Я еще, кстати, не откисал сегодня. С моих глаз посмотри, самый кайф. Тебе понравится. А, ты аккуратно под меня косплей. Не. Под ноги смотри, пожалуйста. Смотрю, смотри. Понял, понял. Ой, блядь. Я понял, понял. Буду плавнее, блядь. Я не нажимал, оно случайно. Так, подожди. Тут надо бояться. Тут надо осторожно. Бля, какой-то хер идет ко мне. Ага, вот, вот. Хер всегда он рядом. Что за звук? Это за мной херня бежит. Беги, беги, давай. Беги, мальчику, быстрее. Давай посмотрим. Ты зашел? А где он? Ты увидишь? Как он? Фонарик. Ты будешь заходить? Что-то красики... А, это ты его видишь? Все, поехали. Да поехали уже. Какой маркер? Что делаешь? Да тут не надо маркировать эту тварь. Тут все понятно. Подожди, ты где? Я только что пшикну, тебя тут нет. Я тут. Я здесь, Даш. Тебя там не было. Ты брешешь. Ага. Зачем ты свою кожу жуешь? Алекса копируй. Молодец, закосплеил, да? О, Алекс тоже теперь, смотри, он рот открывает. Алекс, ты починился. Надо было умереть просто, чтобы... Открой, я посмотрю, у тебя там нормально восьмерки удалены, все хорошо? Да, восьмерки. Так, тут все отлично. Никого. Опять я первый. Ну, давай. Что под ноги смотрите. Головы. Вот что-то сильно... Ой-ой-ой, тенька-тенька, тень! Тенька-тенька, тень за нами. Давай... Ой, да, она прям пятнышко неприятное. Там все нормально, Даша, все, можешь идти проверять. Иди посмотри, да, там. Ой, смотри, рядом как. Свет выключает. Прям рядом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нажимай, нажимай, нажимай. Это детек, наверное, идет за вами. Вот она остановилась. Олег, иди пощупай тень. Точно детек. А вы выключили все свои электроприборы? А не выключили, все, буду я вашей аномалией. Ой, вы такие прикольные с этими открытыми ртами. Вы реально как будто бы себе кожу жуете на подбородке, на шее. Так, Oxford Square. Oxford Square. Oxford Square. Пойдем. Так, девятки, ну, Алекс, теперь ты идешь первый. Да? Угу, а я с тобой. Ну, ты рядышком, да, так. Ой, там кто-то вздыхает, там кто-то, в туалете, мне кажется, кто-то пыжится. Пыжится? Пойдем послушаем. Пойдем послушаем. Это неприлично, но... Фу. Извините. Вы там еще долго? Ой, мне пишут, что там ТБД сидит. В смысле ТБД? Эй, не ломись к нему, ну неприлично же. Интересно, он выйдет или нет?
Ой, по-моему, там чем-то неприличным занимаются. Я выйду. Там, по-моему, чем-то неприличным занимаются. Кстати, рекомендую посмотреть этот ролик потом на скорости 0.5. Зачем так делать? Потому что это будет очень смешно. Не стойте в проходах, обережно двери зачиняются. Наступна станция Оксфорд Сквер. Вы на улиток похожи. Я поняла, вы похожи на улиток из вот этого, помните, игрушки, где мы ужастики снимали. Вы когда присаживаетесь, у вас такие же горбы, как у улиток. Да, веселуха, конечно, та еще. Так, выходите, головы. Я музыку послушаю. Так, значит, ты понял, логика такая. Ты бежишь первый, я бегу за тобой, ты умираешь, я спасаюсь. Блин, отличный вообще план. Так, сода. Сода справа должна была быть, по-моему, да? Да, вот и мне кажется. Это же в этот раз она была справа. Да я все равно пойду. Сода была справа, желтенькая. Желтенькая справа, да. А вот сейчас слева, ладно. Сейчас так вот я сделаю. Да, ну, все погнали. Остальное вроде нормально. Нажимай, забегай первый, нажимай, пизда, шпей. Можно? Сейчас еще... Да я шучу, ты че? Спасибо. Так, какая у нас? Блин, у нас уже десятая? Одиннадцатая, по-моему. Десятая, по-моему. Интересно, также тринадцатая или, может быть, это может очень затянуться? Ну, я же говорю, 50 станций проедем, потом будем делать перерыв. Последнее вообще будет, конечно, да. Сомнение. Паранойное. Блин, кстати, нечестно, что один заходит и выходит на улицу. Надо было как-то это, да, что надо только втроем выходить. Так, ладно, я наверх. Ну да. Музыка та же. Пока все нормально. Так, мусорки все те. Так, не помню я, эти бургеры менялись, не менялись. А смотрите. Стена едет. Куда? Туда. Проверяйте, смотрите. Ну да, тут уже. Да. Может, это мы набрали просто? Тут уже. А куда вы ставите? На стену, да? Да. Да, хорошо. А она может полностью закрыть? Давайте подождем. Мне кажется, она может... Вы хотите, конечно, поглотить долго, табличку? Нет, поглотить меня. Интереснее этого. Ты хочешь горбом придержать? Да нет, это, мне кажется, очень долго будет. Не, движется, смотри. Да, а, почти да, сейчас уже закончилась эта щель. О, так, щель. О, подожди, а ну-ка, надо под стеночку посесть. Подожди, она меня будет двигать? Вообще-то должна. Ой, что ты делаешь? Алекс, что такое? Что я делаю? А вот угадай. Что ты творишь? А ты тоже самое нормальное. Сейчас допрыгаемся с тобой. Так, ну смотрите. Но она может полностью сдвинуть, таблицу она закрыла. Закрыла. Ну, точнее, она уже наехала. Ну, едет потихоньку, ну. А по чёку Алекса такой получился? Не, это долго, поехали. Да, поехали. Ну, в любом случае, она так неплохо табличку сожрала. Это очень долго ждать. Пойдем. Погнали. Поехали. Все поставили хрестики, нулики? Пофиг, главное, чтобы ты поставила, Даш. Если что, мне не жалко. А кто не готов уехать? Кого забыли на станции? Тут темно, тут вообще не видно ничего. О, огнетушитель. Нормально. Ты только к концу второй серии? Да, я только сейчас увидел. Я вообще на него не смотрел. 13 уже, нифига, смотрите. Да. Да не, вряд ли тут 13 станций. Да? Нам повезло. Мы сейчас узнаем. Так. Кстати, давайте, когда будем сомневаться, и думаю, что этот, выйдем все втроем. Одновременно, чтобы без всякого этого. О, музыка другая. Да? Да. Ну, давай, по-моему, Даша, другая, но идите послушайте. Отвечай, выходи, ну, верим твоему слуху. Да послушайте, понимаешь? Да. Ча-ча-ча. Да. Давайте я тогда. Залетайте. Кто последний тут мальтипу? Ты пол сказала. Не считайте. Понимаешь, Алекс теперь мальтипу. Ну да, ты классно, ты правила придумала, когда уже все зашли в вагон, блядь. Я бы, знаешь, как рванул бы, я бы не выходил бы, ты раньше говорил. Что вам сделала мальтипу? Чем вам не нравится? Милая собачка. Принципе, может, ладно. Вы думаете, что это оскорбление? Оскорбление для собачки? Не знаю, тут как посмотреть. Я все равно включу. Табличка. Что? А, да, переехала. Опа. Что-то быстро, как-то быстро. Кто последний тут мальтипу? Опа, Олег, нет, я в устах. Олег мальтипу, да.
Я не против. Это милые собаки, да. Они прикольные, няшные. Да, все мальтипу. Ладно, надо что-то другое тогда придумать. Кто последний, тот... Как? Тот... Биндюжник. Биндюжник, господи. Что это? Коровка, по-моему, грустная. Да? По-моему, но я не уверена. Грустная корова? Пошли посмотрим. У нее зубов нет, я отсюда вижу. Да, я зубы... даже не выходил. А теперь кто последний, тот биндюжник. Я не выходил. Ай, бля! Так нечестно! Ни хрена себе! Алис, дай пятерню! Дай пятерню! Я с вами не разговариваю, все. Пометьте аномалию! Подождите. Кто нажал кнопку? Ну, я не метил. Эй! Спасибо! Нормально, чего ты? Спасибо, бендюжник. Кто последний, тот бендюжник. 15-е, между прочим, а мы уже проехали наше 13-е. А немного ли? Нормально. Ну, черт его знает, сколько будет. Хотели посмотреть новые аномалии? Смотрите. Сейчас насыпят на. Ну, давайте. Так, мусорки проверяйте. Не упадите. Какие-то бутылочки вдруг или что? Что ищем? Так, мусорка. Тут спокойно, обычно. Тут никого нет. По крайней мере, сейчас никого. Он же телефон-то уже сработает, он же как ружье, он же должен выстрелить вообще что-то там. Я услышу кого-то. Каждый раз его проверяю, никого не слышу. Обидно. Ну да. Так может это нормальная станция? А они были так смещены прям, да, сильно? Да, они сюда были передвинуты. Так. Кстати, а может и нормальная? Ой. А может и нормальная, кстати, да. Надо все проверить. Так, иду так, на первый. Стоп, я правда сейчас музыку чуть-чуть услышал. Я думал, все-таки Олега глючит, а вот сейчас проходил здесь так, кто-то как будто бы чуть-чуть поиграл на скрипке. Но это, видимо, и меня глючат. Я не знаю, но в этом месте именно как-то... Не. Да какая скрипка? Это какие-то механические звуки. Скрипка. Так, тут нормально. Бабушка нормальная. Девочка нормальная. Ни разу не видел, чтобы она менялась хоть как-то. Азиаточка самая первая. Азиаточка не менялась. Она менялась. Я не видел. Так. Слушайте, предполагаю, что это хорошее. Я тоже предполагаю так. Ну давайте еще чуть-чуть посмотрим, чтобы нам не обломаться, да, и втроем все выйдем одновременно. Так, элементы, нахбургер. Нахбургер. Похбургер там будет? Да. А не двигается, да, эта стенка? Блин, а бургер-то вообще не ползал, да, в этот раз? Он в тот раз все силы себе отдал. На то, чтобы уйти. Да, и не получилось сбежать, в этот раз висит уже. По-моему, это нормально, ребят. Я же нахбургер. Да. Ну, если что, значит, так и будет. Ну, слушайте, в этот раз даже и то побольше. Ну, давайте все троем выйдем. Я пошла. Подождите, Нина, давайте я первая. Да не, ну так нечестно будет. Я тоже выхожу. Опа! Что? Да, выход. Выход. А, умерли. Ай! Олег, уезжай. Ну что, будем делать на этом перерывчик, как думаете? Да, выходите, два раза прошли, да, нормально. А если да, не уйти? А если не уходить? Можно то назад все, уехать. Габелла. Давай назад вернусь. Ну, а я предлагаю все-таки уже делать тогда перерывчик. Не, Олег, выходи, здесь так хорошо. Ну, ладно. Выходи, ладно. Давай. Ну, хорошо, ну, раз ты уговорил, ладно, это моя остановочка. А если вам понравилось, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы. Всего хорошего, пока-пока. Всем пока. Пока-пока.